Санька, собственно, за все лето, начиная с января месяца, прошло уже полгода. Сколько зарядок ты пропустил? Больше половины. А ты еще говоришь, что ты хочешь тренироваться, выступать там, я же хожу. Ты даже половину зарядок не сделал. Ты на половину тренировках даже не был. Как ты хочешь, чтобы у тебя результат был? Уже надо выступать. Чем ты вообще занимаешься? Ты должен определиться, кто ты вообще. Ты вообще деньги зарабатываешь? А? Ты уже должен выступать. Каждые 3 месяца ты должен драться. Ты понял? Определись уже. Ты уже сколько лет ты в зал ходишь? Месяц тренируешься, 3 месяца тебя там где-то нету. Сколько лет ты тренируешься? Столько здоровья, бороться умеешь, грэпплинг, бить умеешь. Не тупой вроде. Или же тупой, я не знаю. Столько всего и на месте стоишь. Просто подумай, для чего ты вообще тренируешься? Никакой цели нету, ни соревнований. Ты даже не знаешь, где ты будешь выступать. У тебя даже примерного плана даже нету. Календарь бывает. Вот где, что, когда выступить. Нету даже. Ну, знаете, все может быть в этой жизни. Никогда нельзя говорить, что... нет, там и так далее. Ну, бывают же люди друг друга убивают и потом мирятся тоже. Ну, имеется в виду, если даже в душе не прощают, то какое-то перемирие они делают. Так что, ну, я думаю, что ну, в жизни все может быть. И не думаю, что какие-то там провокации или еще что-то будет. Потому что ему надо будет думать о своем бое. Во-первых, поздравляю с выгодным боем. И расскажи сейчас о себе, да, вот когда будет следующий бой, чем занят, почему в России? Сейчас я готовлюсь у себя дома в Махачкале. Следующий бой у меня в конце года, где-то в декабре приблизительно. И почему в России? Я только приехал с малого паломничества в Саудовской Аравии. И в октябре планирую поехать на большое паломничество на хадж в октябре. И после октября сразу, где-то в начале ноября уеду в Америку, буду уже готовиться к бою. К этому времени, наверное, соперника тоже определят.